Привет! Я в Бурятии. В этом выпуске я расскажу вам о самых захватывающих и красивых природных местах Бурятии. Здесь вас поджидает зимний Байкал, величественные горы, загадочное плато и множество захватывающих видов. Но вначале хотелось бы рассказать об Улан-Удэ, о столице, о лице Бурятии, встречающем практически каждого туриста. И тут есть чему удивляться, но едва ли эти эмоции можно назвать положительными. Столица Бурятии выглядит, не хочу избегать этого слова, убого. Какие-то трущобы, развалюхи, в общем, просто жесть. По пути из аэропорта таксист сказал мне: «Ну, мы подъезжаем к центру». А я кручу головой и не понимаю, где вот этот центр города? Серьезно? Какие же тогда здесь окраины? Возможно, это станет для вас сюрпризом, но производство моих фильмов никто, кроме меня, не спонсирует. Поэтому я всегда останавливаюсь в самых дешевых хостелах. Как и в этот раз. Хостел находился в центре города. До главной центральной площади пешком идти было 10 минут. И всю дорогу меня не покидало ощущение, что я нахожусь в каких-то трущобах. Старые облупившиеся вывески, непонятные рассыпающиеся фасады, горы снега со льдом и, как вишенка на торте, какой-то дымящий завод в окружении складских помещений вдоль железной дороги. Улан-Удэ пополам разделяет Транссибирская магистраль, и в целом вполне можно сказать, что вся столица выглядит будто старенький, потертый, уставший от жизни вокзал. Такой нищеты я еще нигде не видел. Единственные красивые здания, а их на всю Бурятию аж две штуки, не считая дацанов, находятся на площади Советов, где нас встречает памятник Ленину. Правда, не целому, а только одной его части. Здесь установлена самая большая голова Ленина в мире. И смотрит он на новогоднюю елку в окружении десятков ледяных скульптур. А вот и, наверное, единственная по-настоящему заслуживающая внимания архитектура. Сейчас я говорю о главном театре оперы и балета, который построен в довольно необычном, но крайне привлекательном стиле. И о Министерстве финансов. Красная звезда на верхушке шпиля после Ленина меня ни капельки не удивила, если честно. От площади начинается специальный прогулочный маршрут протяженностью около 3 километров. И вот такие прекрасные виды можно лицезреть, пройдя по нему около 100 метров. Нужно ли уточнять, что во всех этих полуразвалившихся хибарах нет ни отопления, ни канализации? Прикиньте, у людей в центре города туалеты на улице, в 100 метрах от главной площади. Из-за отсутствия газа как такового, практически все топят дома дровами, или, что еще хуже, углем. Из-за этого над городом постоянно нависают огромные тучи смога. Впервые это увидев,
Я аж спросила у местных, что это. Туман или какая-то дымка? Оказалось, все еще хуже. Скажу честно, дышится в таких абсолютно неэкологичных условиях вполне нормально. Не чувствуется ни запаха гари, ни нехватки воздуха, ни чего-то еще. Но мне даже как-то некомфортно было находиться в столице от самого осознания, какую дрянь я вдыхаю. Из-за смога зачастую было неясно, какая погода ждет меня на других локациях. Стоит выехать из столицы, как пейзажи вокруг приобретают совсем другие краски. С высоты город, к сожалению, выглядит еще грустнее. Но справедливости ради, все не так ужасно. Просто это первое впечатление от города меня несколько ужаснуло. Однако, если поискать, можно найти симпатичные места. К примеру, несколько больших скоплений классных граффити. В Улан-Удэ часто проводят художественные фестивали, и ребята украшают город своими творениями. Это, конечно, не скрывает трущобы, но в любом случае украшают улицы. Некоторые картины смело можно назвать шедеврами. Также потихоньку, но тут строят новые здания. Вдобавок ко всему, рядом с главным собором есть несколько приличных улочек. Вот, например, очень хорошо сохранившиеся и даже отреставрированные дома со старинной резьбой. Все домики отличаются друг от друга, так что поразглядывать их может быть вполне интересно любителям старины. Да, неплохая улица. Симпатичные фонари, аккуратные дома, добротный пушистый кот, который очень заинтересовался моим пчелом в качестве обеда, и все это с видом на огромный белоснежный собор. После я поехала на другую площадь, где в приличном виде сохранилось несколько купеческих домов. Мне их разрекламировали, сказав, что они почти как питерские. Но я бы не стала бросаться такими громкими фразами. Слишком шикарный в Питере исторический центр, чтобы его можно было сравнивать с местным. Хотя по местным меркам улица, конечно, отличная. Что действительно напомнило мне родной город, так это нагло спёртый у Питера гостиный двор. Уж чего-чего, а такого тут увидеть я не ожидала. Даже название наше утянули, только гляньте. Гостиный ряд у них тут, видите ли. Вот только само здание, к сожалению, просто в ужасном состоянии. Последним пунктом назначения стал уже, вероятно, традиционный на моем канале, поход на рынок. Ничего не могу с собой поделать. Уж слишком сильно проявляется там национальный колорит. На подходе к основному зданию меня встретил десяток магазинов с сунтами, национальной обувью из оленьего меха. Так они выглядят внутри. Здесь цены на пару обуви от 15 до 25 тысяч. Насколько я поняла, цена зависит от количества украшений и от цвета самого меха. Высокая стоимость обусловлена тем, что для обуви берут мех только с оленьей голени, от колена до копыта. Не знаю, сколько оленей нужно для того, чтобы получить одну пару унтов. Но, вероятно, немало. Дальше мы с Димой заглянули на открытую часть рынка. Вот женщина продает орехи и подкармливает воробьев кедровыми орешками. Вау! Орешка прям берет. Круто! Дорогое развлечение, но забавное. Дима купил орешков и протянул один птичкам. Но эти зажравшиеся сволочи и не думали к нему подлетать. Соглашались брать еду только у привычного человека. Калибри недоделанные. Молодец. На рынке царило оживление, что не могло не радовать. Мне даже удалось заснять несколько сделок, спрятавшись за другими полками. Пропускаем ряды фруктов, мяса, сала
и подходим к столику с очень странными штуками. Оказалось, что это натуральная смола, которую некоторые до сих пор предпочитают жевать вместо жвачки. Темная она на костру, светлая на пару, разные рецепты. Мне захотелось попробовать, и я купила пару кусочков. Вкус словами даже не описать, но мне понравилось. Только одно «но». Смола ужасно липнет к зубам. Также здесь продавали шишки, от запаха которых просто крышу сносит. Именно так пахнет свежий хвойный лес после дождя. Еще здесь очень много необычного чая. Из Тибета или из Монголии. Он твердый и продается в брикетах. Кстати, повальное большинство здесь пьет чай с молоком. Ужасная гадость на мой вкус, но людям нравится. Гриб. Да, они большими такими кусками растут на березе. Откалывают, сушат и потом заваривают чай. С ним, то есть с Димой, мы еще встретимся позже для очередной поездки. А пока... Байкал. Нельзя находиться в 100 километрах от самого большого озера на всей планете и не побывать там. По некоторым причинам пришлось отправиться с групповым туром, а не индивидуально. И это была самая большая моя ошибка за всю поездку. Самая большая. Началось-то все нормально. Еще до рассвета мы остановились у некоего места силы, где кто-то даже оставил подношение духам. Вероятно, для того, чтобы доехали мы в целости и сохранности. А по пути нас ждал сложный перевал, который постоянно окутан довольно сильным туманом. Некоторые даже думают, что это облака, но сопка находится не настолько высоко над уровнем моря. Байкал в целом очень своенравный и переменчивый. К примеру, наш путь начался крайне печально. С серого неба и мокрого снега, так что я даже немного приуныла. Но какие кадры выйдут при такой погоде? Однако уже на первой значимой остановке, у памятника черепахи, облака разошлись, приоткрыв голубое небо, что не могло не радовать. Сама черепаха — это огромный валун в форме, собственно, черепахи. Летом она выглядит еще забавнее. Как будто и в самом деле животное вынырнуло из воды. Из-за реального сходства про нее существует легенда, согласно которой в весеннее полнолуние она оживает ровно на одну ночь. Но самое интересное, на мой взгляд, поджидало нас немного дальше. Именно в этом месте мы в первый, и, кстати, в последний раз увидели колотый байкальский лед. Это называется торосами. И формируются они на трещинах, когда крупные льдины то приближаются, то отдаляются друг от друга. Красота! Самое приятное, что по нему спокойно можно было передвигаться, не боясь провалиться. Так что мне удалось взглянуть и на сами трещины, и на ступеньки, непонятно как тут появившиеся, на огромную стену из сосулек, покрывающую очередной здоровенный камень, и на множество ледяных композиций. Очень красиво. И спустя 15 минут, едва я подумала о запуске пчела, громкий крик разорвал эту прекрасную байкальскую тишину. В машину! Уезжаем! А, черт, уже! Вот. Это и было главной проблемой данного тура. Суммарно на Байкале мы провели около 1,5 часов. При этом в кафе по пути туда и по дороге обратно мы провели 2 часа. Дорога довольно красивая. Весь путь пролегает через зоны парков и заповедников. Мы проезжали сквозь бескрайние хвойные леса, покрытые снегом. А яркое-яркое солнце только добавляло хорошего настроения и чувство радостного предвкушения. Мы на Байкале! Скоро мы доедем до цели. До самого-самого интересного. На пути мы остановились у необычного места, где раньше местные жители поклонялись духам-хозяевам этих лесов и озер.
Полагаю, скульптуры решили установить именно здесь из-за необычной, никогда не замерзающей речки. Вода в ней, разумеется, ледяная. Что, впрочем, не помешало некоторым наполнить свои пустые бутылки и попить. Путь продолжился. И следующей остановкой стал просто берег заснеженного Байкала и несколько беседок. Все. На самом же деле мы доехали до смотровой площадки, находящейся в Чувыркуйском заливе. Его зачастую называют самым красивым заливом Байкала. А летом именно здесь вода самая теплая. В общем, обязательное к посещению место в путешествии. Здесь мы отправились вверх по ступенькам, и виды по пути так и просились в кадр. С самой смотровой, кроме, опять же, снега и колеи, было видно два острова. Но с островами на Байкале дела обстоят довольно неоднозначно. К примеру, до этих технически вполне можно доехать по льду зимой или доплыть на лодке летом, но это строго запрещено. В общем, данная смотровая по факту единственная возможность взглянуть на острова, пусть и издалека. С чем связано ограничение, я, как и гид, никакого понятия не имею. Пришло время спускаться и ехать дальше, к самой интересной и желанной точке маршрута. Речь идет о том, что притягивает всех зимних туристов. Я о нескольких гротах, внутри которых, при некоторой доле везения, можно увидеть множество сосулек. Нам же очень повезло. В этом году наша группа едва ли не самой первой посетила Чувыркуй. И все, прямо все сосульки были целыми. Просто невероятно. Они очень хрупкие. Настолько, что в гротах даже не рекомендуют громко разговаривать, чтобы звуковые волны случайно не обронили несколько сосулек прямо на чью-нибудь макушку. Только посмотрите, сколько их тут. Вся пещера полностью покрыта большими и маленькими ледяными кинжалами. Самым сложным стало постараться не обламывать их, так как внутри грота находился чистый лед, по которому обувь скользила покруче любых коньков, а высота свода не позволяла полностью выпрямиться даже мне, с моим-то ростом, едва дотягивающим до 1,70 м. Место настолько меня восхитило, что я даже сподобилась сделать несколько фотографий, что со мной случается крайне редко. Красота. Снаружи было не менее красиво. Здесь нас встретили уже несколько другие сосульки под названием сакуи. Сакуи — это наплески воды на скалах, образующиеся из-за волн, разбивающихся о поверхность. Уже после формирования ледяного покрова на озере сакуи набирают полную мощь. Наплески поднимаются высоко вверх и утолщаются, а лед приобретает бирюзовый оттенок. Внутри гротов же сосульки очень изящные и абсолютно прозрачные. Одна моя знакомая из Иркутска сказала, что на Байкале хорошо в любое время года, потому что на Байкале ты всегда счастлив. И знаете, думаю, она оказалась абсолютно права. Здесь я действительно ощутила умиротворение. Почувствовала эту атмосферу, даже несмотря на толпу народа. А это о чем-то договорит. Гид сказала, что когда была здесь в прошлом году, все сосульки уже были обломаны, и от этой красоты почти ничего не осталось. В целом, дорога к гротам открывается довольно поздно, из-за того, что нужна 100% уверенность в нужной для проезда толщине льда. А таять сосульки начинают, напротив, очень рано, так что посмотреть на них, как правило, можно лишь в течение месяца. К сожалению, на этом наше везение закончилось, потому что в рекламе тура нам обещали чистый прозрачный байкальский лед. Тот самый, с разными пузырьками и внутренними трещинами, и... Это оказалось абсолютным враньем. Здесь же почти не бывает сильных ветров, поэтому лед покрывает толстая белая пелена,
о чем нам, естественно, не потрудились сообщить. Спустя 30 минут, да, в таком шикарном месте, ехать до которого 5 часов в одну сторону, мы провели аж целых полчаса. Всех запихнули в автобус, и мы поехали в обратную сторону к горячим источникам. Самое время рассказать парочку интересных фактов о Байкале. К примеру, в самом начале зимы, когда лед имеет толщину от 10 сантиметров, по нему уже можно начинать гулять. При этом с каждым шагом он подрагивает, что может несколько действовать на нервы. Озеро постоянно меняется. Лед зачастую покрывается надвигами, вроде тех, что мы видели у черепахи. А иногда наоборот трескается, и льдины расходятся, образуют трещины шириной до 3 метров, в которых плещется вода. Ко всему прочему, погода здесь ужасно переменчивая. Гид рассказала, как в прошлом году приехала к пещерам с экскурсией, но внезапно началась такая сильная метель, что уехать домой группа не смогла. И на ночь они вынуждены были остаться на Байкале. И тут внезапно произошло чудо. Ой, кого это я вижу? Кажется, я вижу нерпу. Настоящий детеныш байкальской нерпы. Вот мой братик удивится и, надеюсь, обрадуется своему новому другу. Уже на обратном пути мы остановились у полуострова с забавным названием Святой Нос. Это единственный крупный гористый полуостров на Байкале. На вершине находится высокогорное плато, откуда открывается шикарный вид на Чевыркуйский и Баргузинский заливы, где мы побывали. Вот только подъем на плато и возвращение обратно занимает целый день. Так что нам оставалось лишь посмотреть на Святой Нос снизу. Ну и название. Солнце потихоньку начало опускаться к горизонту, и на улице резко похолодало. При этом байкальские минус 20 ощущались, как все якутские минус 40, представляете? В общем, сделав последнюю остановку в очередном кафе, где все покушали, мы покатили домой, вернувшись в Улан-Удэ ближе к полуночи. Байкал настолько крут, что даже убогий тур не смог испортить мои впечатления от поездки. На Байкале появляется это чувство, как будто отдыхаешь душой. Очень здорово. На следующий день я решила съездить на другую, не менее интересную локацию. Плато Чингисхана. Назвали его так из-за предания, согласно которому на вершине стоял сам хан, осматривая и пересчитывая тысячи своих воинов, находящихся внизу, в долине. Плато имеет довольно внушительные размеры и находится в нескольких сотнях метров над уровнем моря. Достоверно неизвестно, как оно образовалось, потому что выглядит это место как гора с идеально ровно срезанной верхушкой. Стоять на самом краю, честно говоря, стрёмно, потому что отлично видно глубочайший обрыв, покрытый огромными, острыми и не очень валунами. Но вид с дрона куда выразительнее. Ему-то видно всю картину целиком. Ветер, к счастью, был не слишком сильным, так что по большей части я совершенно спокойно гуляла по краю в поиске лучших видов. Первым делом нас встречает очередное увешанное платочками дерево. На плато даже есть местный язык тролля. Небольшая справка, так называется одна из самых знаменитых скал в Норвегии. Здесь можно увидеть нечто весьма отдаленно похожее. Но почему бы не стебрить название у норвежцев, не так ли? Они же все равно не узнают. Один из камней на склоне очень напоминает лягушку. И формой, и своим расположением. Даже несмотря на снег, вполне легко угадывается готовая к прыжку лягушка. С каждым годом камень все больше и больше накреняется, так что каждый турист имеет возможность стать последним, кто ее видел. Кстати, о камнях. Это плато является самой настоящей достопримечательностью,
из-за того, что здесь расположен сад камней. Честно говоря, словосочетание «сад камней» вызывает одни вопросы, так что я направилась в ту сторону. И что же я увидела? Просто несколько валунов, пролеживающих тут свои бока. Да. Несколько неоднозначная достопримечательность, но тут и в самом деле красиво. Сосны практически без снега, так как солнце быстро его растапливает. Трава, выбивающаяся из-под снежного покрова, и очередные ленточки, куда же без них. Видите эту сосну с обломанной верхушкой? В нее по какой-то причине постоянно бьет молния. При этом соседняя сосна в полном порядке. Все шишки достаются только ей одной. Ох уж эта удивительная природа. Обратно к машине я отправилась более цивилизованной дорогой. И по пути наткнулась на белый камень, священный для шаманов. Здесь они проводят обряды. И, разумеется, все вокруг также увешано лентами и платками. Бурятию просто невозможно рассматривать в отрыве от религий. В какое бы классное, красивое место ты ни отправился, там непременно будут или статуи Будды, или ступы, или платки, или места для шаманских обрядов и поклонения духам. И очередным доказательством моих слов станет следующая поездка, в которую я отправлюсь вместе с Димой. Мы поедем к горе Баян-Хангор, на которой высечено самое большое изображение Будды в России. Места там просто шикарные. К тому же, мне хотелось отъехать подальше от столицы, чтобы посмотреть местные пейзажи. Вот только... Честно, к концу путешествия я так устала от суперплотного графика, что заставлять себя поехать на очередные съемки с каждым днем становилось все труднее и труднее. Последние несколько дней у меня нереально болели пальцы рук, которыми я обхватываю камеру. И когда наступил день поездки к Будде, высеченном на скале, мне абсолютно не хотелось никуда ехать и ничего снимать. Лазать по горам? Вы серьезно? Какие горы? Я ноги еле переставляю. Но едва выехав из города, я, увидев пейзажи вокруг, тут же вытащила пчела и полетела осматривать местность. Хороший дрончик. Хорошо полетал. Вот как началось наше путешествие. Мы проезжали деревни и маленькие села, во многих из которых есть небольшие дацаны, иногда попадающие в кадр. Ландшафты здесь были довольно однообразными. Огромные поля протяженностью несколько десятков километров, небольшие горы, которые местные называют сопками, и мое любимое голубое небо. Очень любопытно выглядит трава. Вероятно, она довольно жесткая, так как снег не пригибает ее к земле, а ложится между растениями. Необычно видеть такие бело-желтые поля в январе, особенно с учетом довольно низких температур. Перед заездом на гору Дима предложил остановиться в кафе. Здесь я заказала несколько буз, и тут оказалось, что их нужно уметь правильно есть, чтобы не выглядеть, ну, как я. Дима пытался мне объяснить, что да как, но в таком деле без практики, видимо, никуда. Профи, вкусные. Профи. Кстати, бузы, они же позы, они же манты, это, как оказалось, не бурятское изобретение. Их придумали в Азии, но точно не ясно где. Вообще китайцы изначально едят палочками позы. За верхушечку так раз... Сенсей. Зато боовы – это уже чисто бурятское блюдо, которым Дима со мной поделился. Как булку со сгущенкой. И вот мы уже подъезжаем. Надо уточнить, что экскурсия сама по себе предполагала, что мы доедем до подножья горы, а наверх пойдем пешком. Такой как бы небольшой трекинг на 7 километров.
Но трекинг? Короче, я слезно умоляла Диму заехать на вершину на машине. И мы погнали вверх. Улыбнитесь, вас снимает нескрытая камера. Честно говоря, на некоторых участках подъем был таким крутым, что я буквально светилась от счастья, что не пришлось этот легкий трекинг преодолевать на своих двоих. Нам очень повезло. Доехали мы до самого конца дороги и встали на парковке. Правда, немного полазать по горам все же пришлось, но это уже мелочи. Приехали на гору к статуе 33-метрового Будды. И атмосфера здесь, конечно, просто шикарная, полное умиротворение. Здесь очень много кедра, а горы чем-то напоминают столбики, особенно если посмотреть на них сверху. Так что время запустить пчела. Пчелка. А вот и изображение, а точнее скульптура Будды. Так ее называют из-за того, что контуры вначале были высечены в скале и только потом прокрашены. 33 метра. Смотрится масштабно. Хотя снег немного присыпал его, в особенности ноги, но сидит он, разумеется, в позе лотоса. Вот его летняя фотка. Место это всегда было для буддистов сакральным, и именно по этой причине Будду было решено изобразить здесь. Он весьма и весьма молод, реализовали эту идею около 10 лет назад, и смотрит он не на юг, как все остальные статуи или скульптуры, а в сторону Москвы. Дима привез с собой молоко, чтобы сделать подношение духу-хозяину скалы. Многие люди здесь верят, что у каждой горы есть свой хозяин, который способен не пустить тебя в свое царство при помощи внезапной подставы с погодой. В итоге он решил сделать подношение самому Будде. И в целом такой ритуал очень часто встречается у буддистов, так что я была только за. Потом мы полезли на смотровую площадку, добраться до которой было нелегко из-за занесенных снегом ступенек. И тут первым же делом очередная статуя, обложенная монетками. На секунду! У меня даже появилось желание забрать их. Но все же, наверное, нехорошо отбирать у Будды его подношения, так что я воздержалась. Кстати, в Бурятии довольно много собиральщиков. Тех, кто просто ходит и... забирает монеты, которые здесь оставляют буквально на каждом углу. Пройдя по мостику на другой кусочек скалы, я поснимала виды с высоты с этими чудесными цветными платками. И когда со съемками было покончено, я наконец почувствовала ту самую атмосферу. Атмосферу священного намоленного места. Такое умиротворение на меня навалилось, что я просто стояла и смотрела на горизонт, выдыхая чистейший хвойный воздух. Здесь даже холодно не было. Солнце будто бы направило на меня все имеющиеся в наличии лучи, чтобы греть, как настоящей весной. Пение птиц, приближающийся закат и такое спокойствие. Я спустилась к машине, где мы немного посидели в ожидании заката, чтобы посмотреть, как заходящее солнце окрасит Будду. Неплохо, но больше мне понравился сам закат. Солнце было ярко-красным, как и окружающие его облака. С такой картиной перед глазами мы поехали вниз.
По словам Димы... Будда улыбнулся нам сегодня. Точно. Может быть. Все может быть. Кадры прям как в кино. Что же в итоге? В Бурятии невероятно красивая природа. Очень много действительно впечатляющих мест. Поездка мне очень понравилась, и я непременно вернусь сюда снова. Однозначно ради зимнего Байкала, а также для того, чтобы посмотреть больше нерукотворных красот. Спасибо за просмотр! И пока! Держи! Спасибо! Да подожди, ты пока он молит. Да ну ты чего гладишь его целыми днями? Ничего не целыми.